не более чем на 25%. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому до конца текущего года может измениться стоимость оказания услуг по капремонту. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Повышение называют вынужденным, поскольку с начала года стоимость строительных материалов, металла и стекла в стране выросла на 150-300%. Как следствие, это привело к существенному подорожанию строительства и потребовало дополнительных расходов бюджета всех уровней при реализации объектов федеральных и региональных и иных программ. В постановлении, подписанном Мишустином, также отмечается, что сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно. Дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.